Объем работ, который в летний период предстояло выполнить в большевиземской гимназии, был достаточно велик. Это и отделка помещений, в частности пищеблока, и кровельные работы, и даже укладка асфальта. Часть необходимых средств была выделена из областного бюджета при содействии Дмитрия Голубкова. Эти деньги направили на ремонт спортзала. Школе здание уже 50 лет, а самой школе уже больше 150 лет. Школа старая и требует уже не косметического ремонта, а требует серьезного большого капитального ремонта, вмешательства серьезных строительных работ. Особое внимание к себе требует кровля. Ход ее ремонта Дмитрий Аркадьевич контролирует особенно тщательно. Рабочее совещание со строителями и руководством гимназии проходит на верхних уровнях крыши. Подрядчики заверяют, что самые сложные ремонтные работы уже выполнены. Осталось устранить лишь некоторые косметические недоделки, и можно начинать установку оборудования. Я надеюсь, что за последнюю неделю и строители, и организации, которые здесь работают, ускорятся и подготовят школу к приему учеников на всех участках школы. Вот. Ну а в принципе, конечно, школа требует более глубокого строительного вмешательства, и надо этим заниматься. По словам Дмитрия Голубкова, он готов поднимать вопрос о более серьезном ремонте гимназии и на районном, и на региональном уровне. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».